Главные новогодние праздники позади, но впереди еще Старый Новый год, который наши люди ждут, любят и отмечают, крещение. А вот новогоднее убранство потихоньку начинает приходить в негодность. И дело здесь совсем не в качестве установленных объектов, а в порядочности людей. Ну что можно сказать? Наш народ, по-моему, так каждый год бывает. Я не думаю, чтобы сейчас. Это, наверное, новогодней ночью выходят все пьяные гулять. И там не столько дети, сколько вот молодежь вот эта. За детьми родители смотрят. Ну, может, под этим делом, конечно, 31-го что-то было. Но, в принципе, у нас так все тихо, спокойно. Это те, кто портит лифты. Те вот начинают, они и эти игрушки бьют, и т.д., и т.п. Как вы думаете, как с этим можно бороться? Ну, понятно, что поймать за руку очень тяжело. Да это не как. Камеры надо устанавливать, конечно, камеры наблюдения. Это самое первое, и все. Да, и от воспитания нашего будущего поколения. Еще пару дней назад на этом месте стоял красивый ледяной трон. Его местные власти поставили, чтобы дать возможность людям почувствовать себя в сказке. Но из-за вандальных действий и не без участия плюсовой температуры воздуха ледяная сказка исчезла. Мальчики били, и поэтому его убрали старшеклассники. Из-за погоды, наверное, скорее всего, потому что перед Новым годом дождь был. Там все попотаяло и уже, наверное, доломали. Злую шутку погода сыграла и с ледяными горками. Правда, сейчас из-за снижения температуры они опять появились. А вот в новогодние каникулы детям пришлось довольствоваться только красивой центральной городской елкой. По району дежурили Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.